Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, мы продолжаем играть в Ведьмака 3, Дикая Охота, продолжаем проходить эту игру, и эти паскуды мне никогда не начнут дать начать серию, как должно быть, потому что они тараторят и тараторят и тараторят нахер. Это вообще капут, как они уже меня заколебали. Что тут классненького есть? Опа. Это еще что такое? Вы видели это? Этот прикол такой должен быть. И вот там, хрен его знает, может какие-то загадки нафиг. Ладно, будем следовать за этим чуваком, куда нам нужно, куда он нас вообще ведет нафиг. Опа, вот еще одна такая хрень. Это факел может просто светить хрень. Наверное, оно такие есть. Посмотрим, ладно. Топаем, ребята. Так, опа, это что, это прятаться? Или это собирать? Хрен его знает, честно, ребят, я пока что в этом еще толком не разобрался, в этом всем Ведьмаке, да? Ваша милость, как только вы закончите, прошу прийти ко мне за своими вещами. Так. Ага, поговорить с Йеннифер. Очень уберу. Тогда записывай. Крутая баба, да? Где она? Геральт, в этом дублете ты потрясающе выглядишь. О, спасибо. Жду не дождусь, когда смогу его снять. В других обстоятельствах я бы расценила это как предложение. И, может быть, даже воспользовалась бы им. Но нас ждут другие дела. Тут намеки всякие поперли. Теперь ты понимаешь, почему я при дворе Имгыра? Да, и похоже на то, что мы теперь в одной лодке. Цири правда вернулась? Это не ошибка? Ну, судя по сообщениям наших агентов, получается как-то так. Маленькая ведьмачка выросла в приличную девицу. Что там у меня упало нафиг? А, так значит, они уже наши агенты. Правда, она выросла. Чтоб меня. Что у меня там? Она и вправду выросла. Прошло немало лет с тех пор, как ты учил ее в Каэр-Морхене. Хрен его знает. Многое изменилось. А, это вот та девка, которая на начале как а будто вот нам снилась, ничего. Да? Как мне не хватало этих твоих неловких комплиментов. Но сейчас давай сосредоточимся на Цири. Имгыр говорил, что ее преследует дикая охота. Мне было бы тяжело в это поверить, если бы не вчерашнее. Как они нас учуяли? Из-за меня. Понимаешь, я ищу Цири уже много месяцев. Заклинания локализации, иеромантия, геомантия и тому подобное. Я знала, что дикая охота может это почувствовать. А я так и не... Я знаю, кто это кто дикая охота, я это понимаю, но я не понимаю, кто они, то есть... Что это? Люди? Монстры? Или хрен его знает? С некоторых пор я чувствовала, что они идут за мной по пятам, что они хотят в будущем сделать, да? Если бы не ты и солдаты Имгыра, они бы добились своего. Не знаю, чем закончится следующая такая встреча. Придется закончить с чарами и вернуться к более традиционным методам. Попросить о помощи лучшего следопыта, которого я знаю. Ты должен ее найти, Геральт, прежде чем это сделает дикая охота. Найдем, не беспокойся. Чего хочет Цири? Где ты видела Цири? Так где именно видели Цири? В двух местах. В Велине и в Новиграде. След в Велине, пожалуй, самый интересный. Начни оттуда. В корчме на распутье спроси про купца Гендрика. Хозяин тебя с ним свяжет. И все? Никакого пароля, никаких тайных знаков? Никаких тайных знаков. Мне очень жаль разрушать твои мальчишеские представления о работе разведки. Из Новиграда у нас есть только непроверенная информация, сплетни. Но там тебе может помочь наша общая знакомая. Я не знаю, некая кто. Рис Миригольд. У нее говорят. Хоть я не проходил предыдущие серии игры части. Наверняка она будет рада. Я знаю, кто это. А ты что собираешься делать? Трис. Я сейчас же отправляюсь на Скеллиги. Там произошел выброс магической энергии, который уничтожил пол леса. И кажется, это как-то связано с Цири.
Я буду в Каэртрольда. Присоединяйся ко мне, когда что-нибудь узнаешь. Прежде чем расстанемся, почему ты не связался со мной раньше? Расстанемся. Почему ты не появилась раньше? Я был тебе не нужен? Нет. Это я была тебе не нужна. Я слышала, вы с Трис замечательная пара. Йен, я потерял память. Правда? Отличная отговорка. Давай не будем на эту тему. Если я еще раз услышу «все не так, как тебе кажется» или «теперь я понял, как тебя люблю», я за себя не ручаюсь. Ух, какая дерзкая! Ладно, пора собираться. Ну вот, мы снова разъезжаемся. Жаль. Но я понимаю, время не ждет. Это правда. Может, мне сразу телепортировать тебя в Велен? Ну уж нет, я поеду... Нет, давай телепорт... Давай телепортни. Дело твое. Кстати... Намного быстрее будет. Тебе правда идет черный бархат. Ты думаешь? Может, обошью себе им доспехи. Удачи, Йен. И тебе. Послушай, если ты вдруг захочешь узнать, что случилось в мире, пока ты шатался с Весемиром по бездорожью, поговори с послом Варатра. Это вон тот тип. Нет, и спасибо, я... не имею желания. Я знаю, что кругом война, все такое. Но не пытайся стать героем, хорошо? Просто проверь эти следы и приезжай ко мне, живым и здоровым. Я буду тебя ждать. Ладно, потопали. Охренеть, тут полсерии разговоров, и тут даже больше, наверное. Опять. Чем могу служить вашей милости? Отдай мои вещи. Цитрус и гвоздика. Благодаря этому аромату платье вашей милости дольше сохранит свежесть. Угу. Покорнейше благодарю. Да. Император не славится терпением. От монстряков, которых мы наубиваем, пропитаем свою одежду их кровью, да. Он кажется, ароматик что-то об этом говорит. Сохранится надолго. Прощай. Так, ладно. Отправиться в Велен. Император по-видимому. Дополнительное задание. Кто-то меня просил проходить дополнительные задания. Только, ребят, я не знаю, что такое гвинт, поэтому я не буду с ним играть. Это вообще. Подошел к чуваку. Эй, ты! А он такой. А? Вон. Прощай. И пошли. Охренеть. Если бы кто-то ко мне так на улице подошел, нахрен бы ему жбан дал, да, за такую хрень. Так, нужно одеть. Это сюда. Ой, так, это сюда. Арбалет. Так, сейчас. А мне нужно переодеться? Да. Минус 2, ага. Ага, так, да, замечательно. Все, нормально, можем топать, ребята. А у нас есть какие-то умения? Да, есть одно доступное. Давайте, отражает стрелы. Увеличивает урон быстрых атак на 10. Давайте вот это. Так, ну я же нажал. Да. Замечательно. Будем сильнее бить. Да, харе там тараторит. А куда нам нужно? Карта мира. Нам нужно Велен, ребята. Только я пока что не понимаю. Ага, вот сюда нам нужно. Ух ты, 5 дней спустя, это мы так долго ехали нафиг? Птичка. Еще одна птичка. Еще одна птичка. Опа. Так вот, почему тут много птичек. Ни хрена себе. Так, ладно. Ага, мы еще не можем играть.
А вот сейчас, наверное, сможем, да. Но посмотрите, ребята, а почему бы нам с ними не посражаться, да? Так, наносит урон огнем. Ага, ну так все, этих мы убили. Сырое мясо, ребята, нужно. Как ни странно, но оно отлично восстанавливает. Так, сейчас. Сейчас. Рюкзачок нам нужен. Где вот эта хрень? Вот, ребята, вот она. Ага. А то у нас вообще еды нету, если кто-то нас укусит, надо. Дождь собирается. Да я вижу, вижу. Если кто-то нас укусит, то нам вообще жопа будет. Так, потопали. Да, в принципе, и лишний опыт такой. Хоть и чуть-чуть, но все. Шевелись, плотва! Шевелись, плотва! Потопали. Посмотри, его голова, башка грифона еще до сих пор валяется. Точнее, его не валяется, а у нас висит вот тут на лошади. С левой стороны, видите? Сколько нам? 300 метров. Ну. Отвали. Не видишь, шлем. Опа, стоять. Дополнительное задание. У каждого есть право припасть к источнику милости вечного огня. Приблизься. В чем дело? Возрадуйся, ибо даже столь низкое по природе и сословию создание, как ты, может послужить славе вечного огня. Вот ты паскуда. Нужно сжечь останки павших на поле битвы. Они гниют в общих могилах, или же их оскверняют трупоеды. Так не годится. Ну ладно, это помогу. Это будет мое доброе дело на сегодня. Это доброе дело будет щедро вознаграждено. Я знаю, что такие, как ты, не работают даром. Я этим займусь, чувак. Я этим займусь. Тебе зачтется. Чем больше добрых дел, тем это, ну... Ну да, замечательно. Да, замечательно. Вот тебе освященное масло. Польешь как следует и подождешь, ясно? Пламя должно взвиться до самого неба, во славу вечного огня и все такое. И все такое. Ты, чувак, сам не знает, о чем он разговаривает. Когда я сожгу тела. Я буду у моста на Новиград. Так, ладно. Жечь тела, да? Угу. Ну беги, плотван, нафиг. А сколько там? 100 метров. Опа, это у нас там кто? Ух ты, 6-й уровень, нахрен. Вашу мать, да... Ух ты, прям нахрен расквасила тебя как следует. Кровь гнильца, ага, так это гнилец, да, какой-то? Опа! Это к нам кто-то топает. Плотва, ты за собой чё, зверюк, притаскиваешь? Плотва, ты мне помогать должна нафиг. Они еще на меня... Собачье сало нафиг. Теперь Игни. Игни, да? Угу. Плотва нафиг. Еще 3 таких же, да? Ну, поехали, ребята. Еще перекусим. У нас вообще уже нету, точнее, не осталось вот этой хрени. Ух ты, нихуя себе. Я сейчас сдохну. Как я, в принципе, и сказал. Thank you.
твою мать, да хрена к ней его арбалетом. Жопа мне, ребята. Иди ты в нафиг, ведьмежатина. И мне интересно, почему я его арбалетом не мог ударить. Хоть и пытался, если честно. Ну хрен его знает. У нас вообще одет арбалет? Ну одет. Вот он. Я вообще правильно бил? Да правильно. Хрен его знает, честно. Да. Восстановление. Ребята, мы сейчас сдохнем, потому что у нас жрачки вообще нету. А там, мне кажется, что сейчас куча вот этих зверюк опять будет. Так оно есть. О, дождик прекратился. Это гуль нахрен большой уровень такой. Четвертый. Ну, вроде всех перебили. Так, вроде всех перебили. Теперь Игни. И... хрена. Дальше. Сейчас, ребята, рюкзачочек. Не, вообще ни хрена перекусить нету. Это нельзя. Кровь гуля. Алхимия. Честно, ребята, я уже забыл вот эту всю хрень. Я не знаю, как это все крафтить, честное слово. Я просто не так часто играю. Ага, вот. В этого. Ведьмака. Кошка. А тут нету какой-то лечилочки. Алкоголь. Хрен его знает. Есть, наверное, но у меня пока что нету ресурсов на это. Ладно. Ну что, ух, ни хрена себе, 400 метров. Пошла. Вы прям охренели, наверное. Ну, это последняя точка, да, то есть мы сейчас вот тут сожжем, и мы, наверное, сможем уже закончить это задание. Сколько там осталось нам бежать? 300 чем-то метров, да? Очень хреново, что я еще толком не разобрался в этой игре, да, то есть нужно искать места... Ух, извиняюсь, мадам. Нужно искать вот эти все места, тут, в принципе, что-то можно быть, что-то может быть. Наоборот, ну, мы уже выполняем дополнительные задания, поэтому извиняюсь. Мы за новое браться не будем, пока это не выполним, да. Ребят, уже почти, уже 170 метров осталось. Только что-то мне кажется, что мы сейчас сдохнем, потому что смотри, сколько у нас жизни нафиг. А тут финальная точка, что-то мне подсказывает, что тут прям охренеть, какие монстрики будут. Вот вы, они так быстро. На помощь. Там кто-то орет, что ли? Кого-то не добили. Ну, как видите, ребята, жопа нам. Гуль! Гуль! Не убивай нас! Вроде все. Так, давайте еще вот это подожжем. Так твою мать! Сука, не жрецы, так трупоеды. Уеду я из этого проклятого места. Жрецы? Договорились мы, как обычно, только партия побольше. Я думал, такой хороший клиент, а он на нас с косой. Это ты про жреца Вечного Огня? Мы говорим про жреца Вечного Огня? Ну, конечно. Этот хер в свекольной рясе. Таким доверять нельзя. Заказывал фиштех первого сорта. Три раза все было в порядке. А на четвертый его люди кинулись на нас с ножами. Решили нас из дела убрать. Меня скинули в яму к трупам, чтобы гули довели дело до конца. На всякий случай жрец нанял ведьмака, чтобы сжечь останки и замести следы. Ведьмака? Тебя, значит? Ну и что же теперь? Ничего. Мне не платят за то, чтобы сжечь живых. Значит, правду говорят. Мутанты не мутанты, а свои понятия есть. Спасибо, ведьмак. Не за что.
22 опыта. Так, ну, сжигаем. Я сказал, сжигаем. Ребят, я походу игру забаговал, как вы видите. Потому что я туда... Пока. Ребят, я игру забаговал, прикиньте. Я не могу вот это сжечь. Ага, это уже нужно было. Ух, ни хрена себе, я сейчас еще и сдохну. Два раза выжил с 5 жизнями. Меня ни разу никто не тронил, я уворачивался. Не трогал, я уворачивался. Когда я прошел задание, стал туда же, где я сам поджег эту местность, стал туда и умер от огня. Это самое конченое, что может быть, самая конченая смерть, которая только, наверное, существует. Охренеть просто. Как можно вообще умереть от того, что ты прошел полностью задание и... Во, опять, я сейчас опять умру. А как мне отсюда выбраться нафиг? Ребят, я сказал, что я забаговал игру. Последнее сохраненное место... Я появляюсь там, где я поджег эту местность, я появляюсь в этом огне с столькими жизнями. Что за хрень, твою мать? Ага, так, сейчас. Ну ладно, давайте тут хотя бы, это вообще охренеть нафиг. Так, ребята, мы вернулись. Идите в жопу нафиг. Твою мать. Так, давайте еще к этому жрецу вернемся. Дадим ему врыло. Как я понял, он не очень хороший, да? И на этом, ребята, будем заканчивать. Охренеть, вот я затупил немного. Ладно, мы и так, в принципе, прошли эту миссию, и, в принципе, это круто. Ух ты, идите вы нафиг, забачура. Вон, смотри, сколько у нас жизни, ребят. Мы ни хрена толком не сможем сделать. Я вообще не знаю, как мы это задание прошли, если честно. У нас вообще жизни толком не было. Но все же, нам повезло, и мы поухилялись, и нормально завершили это задание. Ну, я бы пошел, честно, но у меня жизни мало, ребят. Сколько там у нас? О. Плотва, ты давай. Энергии у тебя мало, как я вижу. Шевелись, плотва, нафиг. Это тебе тут не отдыхать нужно, это война. Это война, лошадь. Так, плотва. Сколько тебе еще бежать осталось, плотва? Ух, ни хрена себе, новая опасность. Число слева от шкалы здоровья, прикинь, показывает уровень вашего врага. Если число красное, или рядом с ним появляется значок черепа, ваш враг значительно сильнее вас. В таком случае имеет смысл отступить, чтобы раздобыть более подходящее снаряжение, набрать несколько уровней, а затем продолжить бой. Ух, да ну нахрен, 10 уровень. 10 уровень, нафиг. Идите вы в жопу. Я бы помог, честное слово, но, во-первых, он 10 уровень, и нас предупредили, чтобы я не вступал в бой с такими. Я там нахрен людей топчу, знаете. А во-вторых, то, что у нас жизни нет. Вы видите то, что... Жизни не так уж и много у нас, ребята, чтобы продолжить это задание. Как дела, ведьмак? Ты выполнил задание? Я позаботился о могилах. Это было очень интересное задание. Один труп оказался вполне живым и весьма разговорчивым. Что ты имеешь в виду? Торговец Фиштахом выжил и рассказал мне очень интересную историю. Хм, я с удовольствием выкуплю ее у тебя в личное владение. Я не беру взяток, чувак. Меня можно нанять, но не купить. Что же, в любом случае дешевле всего будет тебя убить. Взять его! Он, конечно, ведьмак, но втроем-то мы справимся. Ну, с столькома жизнями, как у меня есть, конечно.
Это жопа, ребята. Они вот эту хрень не придумали, то что если у тебя мало жизни, то ты начинаешь новое задание, у тебя даже нету возможности себя отхилить, потому что у тебя нету припасов, можно и так сказать. И жизни тут не регенерируется. Поэтому хрен его знает, ребята. Меня убивают с одного удара, поэтому мне проще нафиг согласиться. Как я вижу. Ты чё, издеваешься? Ух ты нафиг. Ладно. Мне, ребят, реально проще согласиться, потому что видите, что у меня другого просто-напросто выбора нет. Я уже позаботился. Что ты имеешь в виду? Торговец. У меня просто другого выбора нету, ребята. Они меня убивают с одного удара. Согласен. Я бы, конечно, их нахрен порвал на куски. Я бы себя, конечно, бы не продавал, да, но просто-напросто у меня нету другого выхода. На этом, ребята, мы будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Не забываем вступать в нашу банду крутых перцев. И также я очень буду рад, если мы наберем хотя бы 100 лайков на новой серии Ведьмака. И если вы, конечно, хотите еще одну новую серию, чтобы она вышла как можно быстрее. Когда мы набираем 100 лайков, сразу же в ту минуту выходит новая серия Ведьмака. Когда это будет, ребят, зависит от вас. Если хотите больше серий, 100 лайков и сразу же новая серия. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии, не стесняемся комментировать, всегда очень рад прочитать ваши комментарии и также ответить на них. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.